Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к оврагу стать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не осуждая, не броня, смотрели, словно в душу глядя, трехлетней девочке глаза. «Чулочки тоже!» И смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама собой безвольно вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим. Проснулась в ужасе душа. Нет, он застрелить ее не может. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, чтоб если дочка твоя вот так же здесь легла, это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек не просто немец, но ты же зверь среди людей. Шагал эсэсовец прямо к заре, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд светился синий, и всюду слышалось опять. И не забудется отныне. «Чулочки, дядя, тоже снять?»